Что? Анна маэстро, музыку! Вот это другое дело. Всем добрый день, дорогие мои друзья. Сегодня я нахожусь еще раз в Чайхане Риштан. Для начала берем думбу. И вот так ее укладываем. Теперь мы берем картошечку. Картошка всему голова. Так, видите? И сверху. Вот, смотрите. Солим. Зрамя. Накрываем плотно. И на средний огонь. Огонь должен быть вот такой. Не открывая крышки, будет стоять полтора часа. Немножко будем добавлять воды. Да, воды будем добавлять каждые 20 минут. Каждые 20 минут будем добавлять воды. Журтят ручьи. Сейчас будет мясо у нас, друзья мои. Наливай чайханчик чаю вместо крепкого вина. Мы в Риштане отдыхаем. Плов закажем у Азамата до утра. А? Да. Теперь прошло 20 минут. Азамат, смотрите. Иди сюда. У нашей баранины, у нашего мяса появилась корочка такая. Цвет поменял, смотрите, видите? И добавляем 300 миллиграмм воды. Парки у нас идет, значит, 250-300 грамм воды мы налили, миллиграмм. А в следующий уже каждые 20 минут от 50 до 100 грамм. Чисто для поддержания пара, чтобы картошка не перегорела. Но по сарам мы не сдаем. Прошло 20 минут. Азамат, давай. О, вначале мы сейчас картошечку перевернем. Снимай ближе. Азамат, мясо в сторону. Так. Вот, видите, картошку переворачиваем. Уже румянец пошел на картошечке. А вы знаете, почему называется именно пирожок? Потому что картошка приобретает цвет пирожка, жареного. Поэтому называется пирожок. А не пока. Пока сама со мной делает пирожок, он по ходу пьесы, смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть порций плова делаем, 6 килограмм, давай. Теперь последняя стадия у нас. Мы заливаем 300 миллиграмм воды, закрываем и ждем 15 минут, и готово у нас все. Так что... Друзья мои, а самое прикольное, знаете, что я сейчас на мясо смотрю? В 80-м году баранина стоила рубль 80 в Советском Союзе, а говядина 2 рубля стоила. А батон белый, помните белый батон? 16 копеек, я всегда ходил его, никогда до дома не доносил, как буханку постоянно отъедал. Смотрите, какой ляган. Ляган ручной работы, это мастер Таджалиев делал. Смотрите, что делаем. Сейчас мы... Убираем мясо в сторону и убираем картошку. Убираем картошку. Анна, давай. Как только мы убрали картошку, убрали перец, и минуты 5-6-7 минут на большом огне обжариваем мясо. Мясо, в принципе, уже подошло, но чтобы была корочка с таким аппетитом. Так что все это происходит в Риштане. Чайхана Риштан, 3 километра от пост ГАИ Бектемира. Добро пожаловать. А для полного градуса и цинуса обжарьте хлебушек до корочки. О, поверьте мне, это диверсия, шикардос будет. Обратите внимание, сделано в Риштоне. Значит, еще раз говорю, вот эта порция стоит 275 тысяч. Ну, я хотел вам сегодня приготовить. Да, сними поближе. Я, а где компот? Этот, где как его? Бульон мой. Это у нас называется отынеме. Это острая шурва называется. Кстати, вот тот день я вам про нее не рассказал. Смотрите. Видите? Здесь очень много перца. Они ложатся кусочек мяса с плова. Ложится перчик, лимон, морковка, я так понял. И заливается кипятком. Это как аперитивчик такой для аппетита.
Это делается вот так. Берется хлебушек, там макается, вот он. Снимай ближе. Макается, да. И вот так. О! Какой горький! Кстати, салат. Что с перцем мне попадет сейчас? Артристон. Я вам говорю. Кстати, очень острый, но мне очень нравится. Потому что я люблю все острое. Ох, острое! Ох, картошка, пирожок. Смотрите. Я как будто на Гавайях, слушайте, в Рештане. Но обалденное мясо. Жень, сними. Посмотрите. Теперь еще раз, кто не знает, да, почему называется пирожок, потому что, вот видите, картошка вот такого цвета, как пирожок, поэтому называется пирожок. Я забыл вам сказать. Есть такая тема. Если вы придете от моего имени и скажете имя Евтихор, 5% скидка. Пока-пока.